Всем привет, с вами снова славный Дружа Обломов. Сегодня у нас муха не сидела на вот такой вот забавной штуке. Я ничего не пиарю. Ну, знаете, например, только что мы делали обзор на пистолет из магазина Пневмат 24. И это пиар, потому что они прислали мне на халяву пистолет. Даже два, неважно. И это пиар. А вот что вот это такое, я не знаю, потому что мне это прислали из Китая. Я даже не знаю, продается ли эта штука где-нибудь в России. Написано Аперц. Аперц. И это все, что я могу понять. Аперц. Вот. Если где-то здесь есть Аперц, то это пиар Аперца. Но мне это приехало из Гонконга. Сначала из одного города, потом в Гонконг, потом в Россию. И вот эта штука у меня. Это, друзья мои, вакуумный упаковщик. Для чего он нужен лично мне? Мне он нужен для того, чтобы упаковывать в специальные пакетики стейки и готовить их в сувиднице. В ближайшее время я приобрету, опять же, свое бабло, но, само собой, будет муха не сидела, будет на сувидницу. И варить стейки при определенной температуре. Мне таких коробочки приехало две, потому что в Китае они стоят недорого. Мне из Китая разные штуки пересылает мой хороший друг. Вот, я одну что взял себе для стейков, вторую взял маме для упаковки, я не знаю, грибы там на зиму, ягоды. Ну, понимаете, чтобы они были не такие трясущиеся, как бы, а полностью откачанный воздух позволяет храниться продуктом гораздо дольше. Открываем, смотрим, что это такое, а потом нарежем несколько луковиц и попытаемся их вакуумно запаковать. Я, честно говоря, эту штуку еще не открывал, не знаю, что там внутри. Точнее, знаю, там вот такая вот штуковина. Погнали! Что же там из Гонконга китайцы нам привезли? Они привезли нам. Так, вот это вот пакеты. Это пакеты. И... Кстати, легенькая штука. Легенькая штукенция. Аперц написано. Warning, this plastic bag is not a toy. To avoid danger of suffocation, keep the bag away from babies. Короче, здесь написано для даунов, что если у вас есть дети, то вот эта вот упаковка, которую они могут натянуть себе на голову и задохнуться, это вроде как не игрушка, понимаете? Я уверен, что на Desert Eagle пишут что-нибудь такое же. Знаете, как бы, это пистолет, и не нужно давать вашему ребенку посасывать, не знаю, там, ствол заряженного Desert Eagle, потому что, возможно, ему вынесет мозги. Пипец. Реально, это вообще похоже на игрушку. Зачем это писать? Ни черта не понять. Ни черта не понять. А абсолютно все на иероглифах. Но такая приятная сборка. Приятная сборка. Ха. Прикольно. Вот так. Ха. Ясно. Но ладно. Наверное, нам это нужно как... О, я понял. Кабель у нас находится вот здесь. И кабель у нас вот такой вот чудесный. И кабель у нас, я так понял, китайский. Нам же найти переходничок, само собой. Я думал, блин, что, в комплекте не идет, что ли? Оставайтесь с нами, ёколоманы. Я любитель всякого хитрого дерьма, поэтому переходнички у меня есть. Подрубаем китайский переходничок. Врубаем. Блин, я надеюсь, она работает от 220, а то случится то же, что с сувидницей, которая приехала мне из Америки. Итак. Посмотрим. Пакетик. Фишка в чем этих пакетиков? Это не обычные полиэтиленовые пакетики. Они, видите, как будто армированные такие. И они выдерживают как очень низкие, так и очень высокие температуры. Без потрескивания и без расплывания. Плюс они очень-очень как бы, они такие прямо вообще плотные. Объемы бывают разные. Некоторые профессионалы, ну, профессиональные чуваки, которые работают там на кухне, заготавливают всякое, могут закатать в вакуум хоть, не знаю, хоть целую вот такую вот семгу, лосося или еще что-нибудь. То есть тут у меня целая пачка пакетиков, они разной величины. Но вот такого пакетика хватит для любого стейка, может даже для пары или тройки куриных грудок. Но как же это работает, сейчас мы будем разбираться. Итак, предположим, вам нужно на зиму запаковать большое количество лука. Просто, знаете, вот так вот порезанного лука. Прям вот большое-большое количество. Но вы не хотите хранить его вот так, вы хотите, чтобы он остался сочный, понимаете? Вы хотите, чтобы он остался сочный, нежный, гнилой и сексуальный, понимаете? Поэтому вы режете его как угодно. Да, этот лук давно уже почил в забвении. И куски получаются неаккуратные. Само собой, если вы будете хранить его не в вакууме, то он высохнет. Поэтому вы берете пакетик.
заталкиваете туда ваш гнилой лук. Так. Так. Ну или ваши грибы, или ягоды, или еще что-нибудь. Вот так вот удобненько. Так, все делаем. Так, хорошо. Пахнет гнилым лучком, обожаю. Запах пороха по утрам. Хорошо. У вас получается вот такой вот пакетик. Вот так равномерно распределяем. На нашем вакуумном упаковщике есть всего две кнопки. Одна кнопка находится вот здесь, и она нажимается, такая резиновая пимпа. Я так понял, что это кнопка, да? Да, по-моему, это кнопка. Да, это кнопка. Она срабатывает только если вы нажмете вот здесь руками. А вторая кнопка запечатывает пакет. Звук, который вы слышали, это звук, ну, как несложно догадаться, вы, наверное, поняли. Так, вот так. Звук высасываемого воздуха. Вот что получается. Чуваки, вы не поверите, насколько эта штука плотно усасывается. Вообще делать ничего не нужно. Когда он максимально сам высасывает воздух, и он останавливает прокачку, вот этой кнопкой вы просто высвобождаете вакуум. В это же время у вас происходит запаивание пакета. То есть вот эта вот линия, вот эта вот немного еще теплая линия, она нагревается, я так понял, на пару секунд и запаивает пакет. То есть автоматически все происходит. А теперь смотрите, насколько там все высосано. То есть вот здесь влагу даже высосано. Еще раз. О, вот я пробил ножом и смотрите. И оно начинает расслабляться. В целом, конечно, монструозная штука, высасывает очень сильно, подходит для хранения любых продуктов длительное время в вакууме. Чем меньше там воздуха, тем меньше там будут плодиться разные непонятные бактерии, тем это, как сказать, выгоднее получается. Вот. Но смотрите сами, нужна ли вам такая штука для заготовок на даче. Пакеты бывают, вот эти вакуумные упаковщики бывают огромных размеров, бывают вот такие пакеты тоже бывают огромных размеров. Что можно сказать про Aperts? Я не знаю, сколько он проработает. Тут сплошные иероглифы, сами знаете, какое доверие. Но стоит недорого, черт подери, для того, чтобы заготовить немножко ягод, немножко сушеных грибов или поделать стейки в сувиднице. Но почему бы и нет? Давайте еще что-нибудь упакуем. Ну а чтобы этот обзор не был очень грустным, мы запакуем двух ежей. Сейчас они вот такого вот размера. Один и второй. Возьмем пакетик. Положим туда двух ежей. Вы когда-нибудь пробовали гуляш из ежа? Дивный гуляш из ежа. Так, открываем нашу машинку. Еще раз показываю, как это происходит. Распрямляем. Так, тихо. Распрямляем. И высасываем. Они в порядке. Они все еще в порядке. Ну окей. Черт подери, вот это их... Так, ладно, нажимаем кнопку. Запакованы. Ёкаламэне.
Ёшкин кот. Ну, в общем, одно я вам могу сказать точно. Всасывает эта штука. Я хотел сделать аналогию с какой-нибудь женщиной легкого поведения с трассы, но дело не в этом. Дело в том, что всасывает эта штука реально мощно. Посмотрите, во что превращает ежей. Они вообще... Забавно, забавно. Ну ладно, с вами был славный Друже Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Я не знаю, на что оставить ссылку. Может, я оставлю на китайский магазин, но это мне придется у друга. Хотя нет, не буду оставлять, потому что там, где он закупает, мой знакомый, он живет в Китае. И вы не поймете там ничего, как заказывать. Там все в иероглифов, там большие китайские интернет-магазины. Но, в общем, вот эта вот штука, на ней написано Aperts. И вроде как она работает. Ничего не могу сказать, превращает ежей вот в такое вот. А с вами был славный Друже Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Если понравилось, как сплющило ежей, ставьте палец вверх. Всем пока.